अष्टमोध्याय तारक ब्रह्म योग। अर्जुन वाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते अधिजज्ञ कथं कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। Глава восьмая. Тарака Брахма Йога. Достижение высшей реальности. Арджуна спросил: «О Пурушоттама, высшая личность, что есть Брахман? Кто такая душа? Что есть деятельность, карма и что представляет собой материальный мир? Кто такие боги? О Мадхусудана, победитель демона Мадху! Кто является владыкой жертвоприношений и каким образом он пребывает в телах живых существ? Как те, кто обуздывает свой ум, могут познать тебя в момент смерти?» श्री भगवान उवाच अखरं परमं ब्रह्म स्वभावोध्यात्मोच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंहितः। Всевышний ответил: «То, что простирается за пределами бренного мира, вечно и свободно от мирской скверны, именуется Брахманом. Душа — частица Брахмана, качественно единая с ним. Деятельность, приводящая к перевоплощению души в разных телах в мире материи, именуется кармой». Адибхутан кхару бхава пурушасчадидайватам адиюггухамеватра дехи деха бхритангвара. «О Арджуна, лучший из воплощенных! Материальный мир — это место, где все подвержено гибели. Боги — различные проявления моего вселенского образа. Владыка всех жертвоприношений — это я, присутствующий как высшая душа в сердце каждого живого существа». Антакали чамамиба смаран мукта каливарам я прояти самот бхаванг жати настатра сангшая. «Тот, кто, оставляя этот мир, памятует обо мне с любовью, без сомнения достигает меня». Янг янг бхапи смаран бхавам тажит танте каливарам танг таме вайти каунте асада тад бхаву бхавита. «На каком бы плане бытия ни было сосредоточено сознание человека в момент смерти, он непременно достигнет его». «Тасмат сарвешу калешу мамануссмарадуджуддхача мучарпитамано буддхир маме вайшаси асангасаяха». «Поэтому при любых обстоятельствах помни обо мне и сражайся, исполняя свой долг. Так, посвятив свой ум и разум мне, ты, несомненно, придешь ко мне». Абхьяса йога юктена четаса наннагамина парамага пурушанга диббам яти партхану чинтаян. «О Партха, йог, постоянно погруженный в медитацию на трансцендентную высшую личность и не отвлекающийся ни на что другое, непременно достигает ее». Кабинг пурана манушаситара манураниян шаманус маледича сарвасчадхатара мачинтарупа малитварнанг тамаса парастат. «Всегда помни о наидревнейшем, всеведущем, всемогущем Абсолюте. Он меньше атома, и он опора мироздания. Его образ, непостижимый для мирского разума,
сияет словно солнце за пределами тьмы. प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो जुग बलेन चैव भ्रूर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् शातं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। Тот, кто в момент смерти обуздывает ум, концентрируя жизненную силу в межбровье благодаря практике йоги и с любовью помнит о Всевышнем, непременно достигнет его. Сейчас я раскрою тебе то, что знатоки вед называют неприходящим и непогрешимым. Я опишу то, чего достигают освободившиеся от желаний мудрецы, к чему стремятся подвижники, принимающие обет безбрачия. Сарвадхарани сангьямма манурхиди нируддхача мурдна дхаятмана пранам асриту югадхаранам. Замкнув врата чувств и отрешившись от чувственных удовольствий, удерживая ум в сердце и направив жизненную силу в макушку головы, йог входит в состояние глубокой медитации. Умитека кранга брахма пьяхранама манушмаран я праяти саджан дехан саджати парамангатим. Произнося священный слог Ом, звуковое олицетворение единой и свободной от мирской скверны надмирной истины, он должен памятовать обо мне в момент оставления тела. Так он достигнет моей духовной обители. Араннатита сататан джоман смарти ниттаса тасяхан сулабха парса нитта юктаса джогинаха. Партха, я легко достижим для тех, кто безраздельно предан мне и помнит обо мне в любых обстоятельствах. Такие возвышенные души навечно связаны со мной узами любви. Маму петя пунарджанма дукхалая мадашватам напнубанти махатмана сангсиддхин парамангатаха. Великие души, ставшие моими спутниками и участниками моих божественных деяний, обрели совершенство жизни. Они никогда не родятся в исполненном страданий бренном мире, ибо достигли своего высшего предназначения. Абрахмабхувана лукаха пунаравартинурджуна маму петта тукунтея пунарджанаманавиддате. Обитатели всей материальной вселенной, начиная от ее творца Брахмы, вынуждены перевоплощаться в разных телах, подчиняясь закону кармы. Но тот, кто достиг моей обители, сын Кунти, более не познает рождения и смерти. Сахасра-юга-парджантам махарджат-брахману-виду-ратринг-юга-сахасрандангтеху-ратта-виду-джанаха. День Брахмы длится 1000 чатур-юг, и столько же продолжается его ночь. Знающие это имеют правильное представление о дне и ночи. Аббхактад-бхактая-сарва прабхаванта-храгами ратрагами пралиянте таттрива-бхакта-сангхаке. С наступлением нового дня живые существа пробуждаются, занимая соответствующее их судьбе положение во Вселенной, а когда наступает ночь, они вновь погружаются в состояние сна, известное как непроявленное.
भूत ग्राम सैवायं भूत्ता भूत्ता प्रलीयते रत्ता गमे बस पार्थ प्रभवत्याहरा गमे। पार्थ, так бесчисленные живые существа появляются и исчезают, рождаясь вновь и вновь, повинуясь закону Вселенной. С наступлением ночи Брахмы они исчезают в непроявленном и пробуждаются из небытия, когда наступает его день. परस्तस्मात्तु भावन्नो बक्तु बक्तात् सनातनः जस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। Но выше этого материального непроявленного существует иной непроявленный духовный мир, не зависящий от законов созидания и разрушения. अभक्तु खरयितुक्तस्तस्माहु परमांगतिं जंगप्राप्पनो निवर्तन्ते तद्धाम परमंगमम। Это надмирная, непроявленная сфера бытия именуется непогрешимой и неприходящей. Она высшая цель трансценденталистов. Знай, что это моя духовная обитель. Тот, кто достигает ее, никогда не возвращается в материальный мир. Пурусасса пара парта бхакта лабха стананная джасанта стани бхутани джена сарвамидам татам. Партха, я высшая личность, которую можно достичь лишь благодаря исключительной преданности. Я пронизываю собой все мироздание, и во мне пребывают все живые существа. Ятра кали танабрити мабритин чайва джугина праята джантитан каланг бхакьями бхартарсава. Лучший из рода Бхараты. Сейчас я расскажу о влиянии времени суток, которая йог оставляет этот мир, на то, обретет ли он освобождение или должен будет родиться вновь. Огнирджотираха сукла санамахаюттараяном татра праятагачанти брахма брахмо виду жанаха. Те, кто познал Брахман, достигают его, оставляя тело в дневное время, во время владычества божеств огня и света, в продолжение двухнедельной фазы пребывающей луны, в то время, когда солнце в течение 6 месяцев двигается по северной орбите. Дхуму ратри статха кришна шанамаса дакшинаянам татра чандрама саңчутир чуги праппаниваттате. Если же йог оставляет свое тело во время тумана, ночью, в течение двухнедельной фазы убывающей луны, когда солнце 6 месяцев находится на южной орбите, то даже достигнув райских миров, он будет вынужден родиться вновь в мире людей. Шукла Кришне гати чете ягата шашате мате екая яттана вриттир маннная вартате пунаха. Эти два пути обитателей материального мира вечны и известны как светлый и темный. Благодаря светлому пути достигается освобождение в слиянии с Брахманом, а темный путь — приводит к очередному воплощению в бренном мире. Нойте срити парсаджанан джоги мучхати кашчана тасмат сарвешу калеши джога джукту бхаварьяна. Партха, бхакти-йоги знают об этих двух путях.
но не впадают в иллюзию, очаровываясь ими. Поэтому, Арджуна, при любых обстоятельствах действуй в настроении преданности мне. Предавшаяся мне душа превосходит достижения, обретаемые благодаря декламации вед, совершению жертвоприношений, занятиям благотворительностью, совершению благочестивых поступков и практике различных форм аскетизма, ибо достигает моей вечной духовной обители.